Вы смотрите видео об отеле Лобгрис. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Лобгрис расположен в стране Андорра в регионе Сольдио и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. 200 километров от аэропорта Барселона, Вальтартер, в 15 метрах от подъемника. На территории отеля имеется 2 ресторана, 1 бар, 1 бассейн крытый, спа-центр, 4 конференц-зала до 80 персон, прачечная, лифты, обслуживание номеров, Wi-Fi в лобби бесплатно, лыжное хранилище, парковка платна. В номерах есть ТВ-спутниковое телевидение, центральное кондиционирование, сейф, ванна, фен, телефон, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из стандарт рум 20, 23 М2, максимум 3 человек, джуниор суит 30 квадратных метров, спальня с гостиной зоной, максимум 3 человек, фэмили рум 21 квадратный метр, одна двуспальная кровать и двухъярусная кровать, максимум 2 плюс 2 человек, дуплекс суит 35 квадратных метров, максимум 3 человек, суит Жардан 73 квадратных метра, 2 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, максимум 4 человек. Также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, джакузи. За дополнительную плату имеется массаж, бильярд. Год постройки гостиницы – 1990. Год, когда был сделан последний ремонт – 2011. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.